первой серии сериала «Крысолов» нас ждет встреча с молодым амбициозным карьеристом Данченко, стремящимся любыми путями получить работу в Интерполе, и опытным, неординарным следователем Булатовым, цель которого – найти виновного в смерти лучшего друга. После убийства напарника и лучшего друга Булатов перешел на новую работу, потому что был уверен в гибели товарища. Виноват кто-то из своих. Муки совести и жгучие желания найти крысу помогли ему стать лучшим в своем деле. На фоне идеальных показателей раскрываемости собственное расследование Булатова то и дело заходит в тупик, но неизвестные сообщения по поводу друга не дают ему бросить начатое. Посмотреть первую серию вы сможете уже 7 августа.